2 мая 2024 года. Стройка продолжается. Затрамбовали сначала грубо, как бы ногой. Теперь подсыпаем отсевками и уже выводим на нужный размер виброплитой. Размер делаем сейчас 200 от верха фундамента. Это чтобы 50 пеноплекс и 150 будет бетонная плита армированная. Финишный слой под утеплитель. Равняем отсевки. Равняем по шнуру для идеальной точности. Все четко по рулетке. Подготовку под утепление сделали. Вот в этих двух ячейках пока ничего не делали. Тут еще будут земляные работы. Будет септик вкапываться. Труба заводиться сюда будет, канализационная. Ну, еще будет скважина. То есть тут будет как котельная. Водопровод будет еще проводиться. Так, здесь будем делать заземление, треугольник под плиту. Будем отверстие для армирования. Будем забивать арматуру. 25 на 25 ячея будет. И будем сейчас вкапывать треугольник заземления. Монтировать. 2 на 2 метра и штыри будут 2 метра глубиной. Перфоратором метровым буром забурились 20-й. И вот уже, считай, больше половины арматуры, 16-й кругляк, вставили руками. Ну, почва тут глинистая, сейчас маленько тут добить его осталось, и все. Вот так вот. Вот работягина. Пластинного треугольника приварили, выход заземления. Треугольник 2 на 2. 2 метра штыри глубины. Стелим пеноплекс фундамент. Утепление бетона. Вот он главный. Стелить еще очень много. Сверху будет бетон 15 сантиметров армированный. Укладка пеноплекса идет полным ходом. Вот застелили первую чью.
трамбанули вибро ногой ПЧС, потом засыпали отсевки, трамбанули, отсевки засыпали под правило, тянули шнуры, то есть ровно все делали. Потом трамбанули все это вибро плитой. Сегодня сделали треугольник заземления и застелили пеноплекс. Половина, наверное, всего объема, ну это квадратов 100. Потом будем армировать ячея 25 на 25, 12 арматура. В один слой будем, ну чисто нижний слой будет на прогиб. И бетон, заливка 34 куба. А, ну еще будем вкапывать септик, вот там в дальнем углу, пока окошки те не делаем, вот эти два окна. Котельная и санузел. Там будет еще канализация, водопровод, скважина. Укладку пеноплекса заканчиваем. И параллельно уже начато армирование. В одну сторону арматура забивается в отверстие. Лишнее отпиливается. Потом вот эти штыри лишние будут забиваться с этой стороны и подвязываться. А вот на широкой части попробуем запихивать в обе стороны арматуру, чуть выгибать. Здесь в узкой части так не получается. Ну зато вот так вот процесс идет. Пена срезается, все выметается. Концы обрезал, забил. Сейчас подвяжется, ну и потом квадратиком все будет вязаться. Вяжем арматуру, ячея 25 на 25, процесс идет.